Еще один видеоролик с участием этого дома. Вот ЖД уже проходит. Мост мы видим через ЖД. С левой стороны у меня стена. Назад. И пройдем так. По-другому не сделать. И под ноги смотреть надо, чтобы не провалиться куда не надо. Забор. Будка, видимо, дежурного или часового. Сейчас мы ее увидим. Конечно, видео отвратительное, но можно иметь представление все-таки получше, чем фото, я надеюсь. Вот мы уже вошли в него, вот эта будка, которая была полна, вот она. Ворота. Видите, какой замок огромный. Да, как чемоданный. Ну вот, в общем-то, и все. Мы сейчас подойдем еще к дверям входным. Я сделаю фото. И будем уже уезжать.